Городки – русская народная спортивная игра. В ней необходимо с определенных расстояний выбивать метанием биты фигуры из дощечек. С правилами этого непривычного занятия познакомились дети летнего лагеря «Созвездие». Это, в общем-то, старинная русская такая игра. Она спортивная, можно сказать, развивает силу, ловкость, меткость. Несмотря на кажущуюся легкость, здесь и взрослым есть чему поучиться. Для того, чтобы выбить фигуры за пределы разметки, биту нужно бросать определенным способом. На вытянутую руку, рука должна быть вытянута, и ты бросаешь ее, чтобы она вращалась вот так вот. Ровно вращалась, не кувыркалась она, как это. В ожидании легкой победы участники команд приступили к броскам. Разбить фигуры, они же городки, состоящие из деревянных цилиндров, оказалось совсем непросто. Множество попыток заставили понервничать как участников, так и зрителей. Первые результаты вместе с радостью победы дали понять юным игрокам. Относиться к игре нужно серьезно. Попасть было тяжело, я сначала волновалась. Первого раза я, конечно, не попала, вот, а со второго попала. Нам показывали, как в нее играть, теперь мы сами бросаем, мы выбиваем, попадаем, не попадаем. Это очень здорово. Совет ветеранов Смоленска АЭС регулярно проводит такие мероприятия с молодежью. Юным десногорцам показывают, что и раньше были интересные и полезные способы разнообразить свой досуг. Ну, мы им подарим в школе эти городки, которые мы сделали, чтобы ребята развивали силу, ловкость, умения. Не постоянно сидели в компьютерах и за гаджетами. К концу игры результат был уже не так важен. Спортивное мероприятие постепенно превратилось во всеобщее веселье. Олег Соловьев, Андрей Прохоров, Александр Ерофеев, Десна ТВ.